А в регионе вновь введен режим повышенной готовности, а все из-за снегопада. И у населения Ульяновска набралось немало претензий в связи с плохой чисткой дворов, особенно подъездных путей. Это важно, чтобы и люди, и спецмашины могли благополучно добираться до дома. Глава нашего региона дал поручение усилить контрольно-надзорные мероприятия за управляющими компаниями и мобилизовать резервы. Со двора вот этого дома номер 3А по улице Транспортная снег вывозится сейчас за счет резервного фонда дома, рассказали в управляющей компании. И здесь извечная проблема коммунальщиков – это автожильцов. Очень мешают. Даже машины ставят не то, что как бы владельцы вот, и собственники, а как бы рабочие вот заезжают сюда, оставляют машину на целый день. То есть неудобно работать. Боишься зацепить машину. Так что как-то вот стараемся где-то ювелирно работать. Уборку и вывоз снега можно включить в тариф заблаговременно. Если такой строки нет, снег все равно сгребут. Здесь важно соблюсти другие условия. Допускается складирование снега на газоны, но не порти насаждения и не засыпая колодцы. Региональное агентство государственного строительного и жилищного надзора за эту зиму проинспектировало около 700 придомовых территорий многоквартирных домов. Поступило и более 40 обращений от граждан. 20 инспекционных визитов уже проведены, и документация по ним готова. 18 на сегодняшний день подготовка документов идет, и при подтверждении инспекторами о том, что есть нарушения, данный материал будет направлен в суд для принятия решений о наказании. А еще на наш регион движется Ольга. Циклон с таким названием, который уже засыпал столицу родины. А мы еще с прошлым снегопадом не разобрались.